Привет, как дела? Сегодня я расскажу про город Вустер, в который мы с друзьями ездили в феврале 2016 года. На тот момент у меня появился новый знакомый, друг по путешествиям. Он предоставил нам с моими подружками, с которыми мы также путешествовали. Точнее, одна была моя подруга-путешественница из Лондона, а другая подруга на тот момент приехала из Питера поработать в Лондоне по своим делам. Ну и в выходной день мы все вместе решили собраться и поехать на северо-запад Англии посмотреть город Вустер. Надо отметить, что название города Вустер для меня было шокирующим открытием, потому что по-английски он пишется Worcester. Я и мои друзья так и произносили название этого города, пока мы не приехали туда и не прочитали по дороге в Википедии, куда нам сходить, что посмотреть и так далее. На русском языке он звучал Вустер, и мы поняли, что опять же таки проблемы с написанием и произношением в английском языке у нас до сих пор существуют, и тут просто надо не придерживаться правил английского языка, а читать слова так, как произносят их англичане. Итак, город Вустер – это английский городок, выделенный в отдельный район со статусом сити. Он является центром церемониального и неметропольного графства Вустершир. Находится он в 48 километрах к юго-западу от Бирмингема и в 163 километрах к северо-западу от Лондона. В 2019 году его население составляло почти 103 тысячи человек. Чем же так знаменит этот старинный город? Здесь находится королевская фабрика фарфора, здесь производят знаменитый на весь мир вустерский соус, а также здесь находится красивейший кафедральный собор и университет Вустера. Итак, доехав на машине до города, мы долго искали парковку и нашли ее только рядом с каким-то парком, переехав через главный городской мост, через реку Северн. И по пути к собору, который виден со всех точек города, мы, немного касаясь, прошли этот парк. Там расцвело такое огромное количество крокусов, что я не могла, не удержалась и пофотографировала их. И вместе с подружкой мы там тоже стали фотографироваться. Потом мы все дружненько перешли через главный городской мост и направились в сторону самой значимой достопримечательности города, к кафедральному собору Вустера. Вустерский кафедральный собор, который официально называется Собор Христа и Пресвятой Девы Марии, был построен в 13-14 веках и является центром англиканской епархии Вустера. Нынешняя соборная церковь была построена между 1084 и 1504 годами и сочетает в себе все стили английской архитектуры от нормандского до перпендикулярной готики. Собор знаменит сохранившимся нормандским склепом, необычными готическими пролетами, великолепной деревянной отделкой и изысканной центральной башней, которая имеет прекрасные пропорции. И как раз на эту самую башню нам удалось подняться, так как там находится обзорная площадка. Не знаю, открыта она всегда или только по выходным, или только нам тогда повезло. Мы очень долго поднимались по такой витиеватой лестнице, очень узкой. Я под конец там уже еле-еле пролезла. И вышли на такую огромную площадь, откуда открывались замечательные английские просторы и великолепные виды на город. Мы там с друзьями пофотографировались, поснимали виды города. Подъем на башню не бесплатный, он обошелся нам в 1 или 2 фунта, я точно не помню. Но, в принципе, это стоило того. Единственное, что у меня даже развилась некая клаустрофобия, пока я поднималась по такой вот узкой лестнице. По жизни я клаустрофобией не страдаю, но вот именно в том узком месте я как-то побоялась, что застряну и ни туда, и ни сюда. В общем, было страшновато не выбраться наверх и не спуститься вниз. Ведь я же не худенькая девушка. Затем мы спустились вниз, походили по нефам самого собора, посмотрели его прекрасные интерьеры. Там и орган, и хоры, и даже там есть некие усыпальницы. То есть там был похоронен король Иоанн Безземельный, а также принц Артур. Выйдя из кафедрального собора, мы направились в городской музей. Да, по пути мы увидели вот эту вот самую фабрику королевского фарфора, но, к сожалению, там все было закрыто. Видимо, это было воскресенье. Так как по воскресеньям многие музеи не работают,
мы туда не попали. Но зато попали в городской музей. И также, как в городе Петербург, о котором я уже рассказывала, смотрите в этом ролике, мы, кстати, туда ездили той же самой компанией накануне, в конце января 2016 года. Там актеры выступали и показывали, как и чем жили люди тюдоровского времени. Очень долго, практически полчаса, одна бабушка, которая заинтересовалась в нас, как в иностранцах, ну и так как народу в музее было очень мало, некому было рассказывать, она решила рассказать всю историю нам. Прямо показала некоторые предметы и рассказала, как они душились, как они умывались, в чем ходили, как производили мыло, свечи. Было достаточно интересно. Я, конечно, немножко отвлеклась на съемку, в это время снимала, но так краем уха слушала. Очень было интересно, просто вот, видимо, человек душой прямо окунается в историю тюдоровских времен и очень много чего знает, и достаточно было интересно послушать. Потом мы послушали музыку на каком-то рожке, посмотрели пряху, которая там что-то выпрягала. Было очень интересно пообщаться с англичанами, а им с нами, видимо, потому что они прямо подорвались такие. Может быть, мы были единственные посетители в тот день. В общем, вот такие вот интерактивные, как бы, шоу, не шоу, но программы мне очень нравятся. И в следующий раз, естественно, когда я поеду и попаду на такие вот экскурсии, буду снимать все прямо досконально, переводить вам, потому что послушать это было очень интересно. После этого, когда мы вышли на улицу, там еще пофотографировались во всяких, ну я не знаю, как это назвать, гильотинах. А сейчас как раз, где я фотографировалась как заключенный, прочитала на табличке, что же там написано. Оказывается, crime и punishment называется, то есть преступление и наказание. Там написано, какие были преступления и наказания во времена Тюдоров. В те времена было очень много различных преступлений, и даже бездомный или попрошайка считался преступником. Каждое графство выбирало шерифа, который следил за преступлениями, но, так скажем, волонтерил, потому что за его работу не платили, как полицейским. Очень часто шериф был напуган и боялся ловить злых преступников. Именно поэтому жители города для своей защиты постоянно носили с собой мечи и кинжалы. Пойманные попрошайки были выпороты или помещены вот в такие вот стойла, если это можно так назвать, не знаю, как перевести. Написано «put into stocks». Ворам ставили клеймо в виде буквы «F» на их щеке, а также им могли отрезать как руку, так и ладонь. Убийцы были повешены, а если кто-то кого-то отравил, то этого преступника варили в кипятке. Можете себе представить, какая была жизнь в тюдоровские времена? Нам такое даже и не снилось. Затем мы с ребятами прогулялись еще по городу, посмотрели интересные старинные здания, там еще такой мост, наверное, железнодорожный над дорогой висел. И пошли уже к речке. По пути купили что-то покушать, посидели около какой-то церквушки. Там уже магнолии распускались. В общем, начало февраля, а уже такая прямо реальная весна. Мне очень понравился этот день. В конце, пока мы прогуливались по набережной и шли к мосту, там к кафедральному собору приплыло огромное количество лебедей, и мы попытались их чем-то покормить. Столько лебедей в своей жизни в одном месте я никогда не видела. Потом мы перешли через мост, там еще на фоне кафедрального собора пофотографировались, и уже стало темнеть, мы направились к машине, сели и поехали домой в Лондон. Вот таким вот было наше туристическое путешествие в город Вустер на один выходной день. Пока на этом все, не прощаюсь с вами, до новых встреч!